Махачкалинцы и трудятся на славу, и отдыхать умеют. Жители и гости города отметили День весны и труда. На площадке летней эстрады Дагестанской филармонии прошел первомайский концерт, организованный творческими силами коллективов Министерства культуры республики. Солисты филармонии, именитые певцы и юные дарования, а также танцевальные коллективы, несмотря на погоду, пели и танцевали, заряжая зрителей праздничным настроением. Со сцены прозвучали национальные мотивы и старые добрые советские песни, а лейтмотивом концерта стали композиции, созданные на стихотворение Расула Гамзатова. Хочется в этот прекрасный майский день всех поздравить, пожелать здоровья, благополучия. Пусть весна цветет в душе каждого из нас. Ну и, конечно, вот эта творческая программа наполняет много позитивными композициями, теми песнями, которые звучат всегда, во все времена, начиная от советского периода, заканчивая днем сегодняшним.